Выпускницы Кузнецкого многопрофильного колледжа стажируются на местном частном предприятии. Пока им доверяют не самую сложную работу, хотя старшие наставники отмечают хороший базовый уровень их подготовки. Работают стажеры на том же оборудовании, что и уже опытные коллеги, имеют те же права и обязанности. Я пришла после колледжа в январе, отстрачивали детали разные. Я училась. Через училище пришла сюда на практику, проходила здесь практику. Потом мне здесь понравилось, я решила здесь работать. Мне здесь очень хорошо нравится, все отлично получается, хорошо зарабатываю. Девушки проходят стажировку на предприятии по договору, заключенному с владелицей производства Центром занятости Кузнецкого района. Стажировка позволяет взять любому работодателю к себе на работу молодого специалиста по той профессии, какая у него имеется в дипломе, какую он получил в учебном заведении. Стажировка выгодна работодателям любых форм собственности, прежде всего тем, что Центр занятости возмещает затраты на заработную плату работника в сумме минимальной оплаты труда плюс все налоги, предусмотренные российским законодательством. То есть работодатель может установить заработную плату и побольше, зная заранее, что минимальная зарплата к нему будет компенсирована. Первым возможностью восполнить дефицит рабочих рук и при этом получить субсидию от государства воспользовалась Вера Ильдейкина. Мы стараемся выпускников училища принимать у себя на производстве, поскольку они очень хорошо, грамотно подготовлены. Они могут уже выполнить простейшие операции. Здесь мы их стараемся сориентировать на более уже квалифицированную работу. Для того, чтобы после училища адаптировать их в производство, проходит, значит, где-то в течение полугода это все. Поскольку, значит, им нужно психологически подготовить себя к этой работе, им нужно войти в ритм рабочего процесса, понять, что такое трудовая дисциплина. Вот этим вот вопросам, конечно, мы уделяем большое внимание, стараемся их по-теплому правильно настроить на рабочий процесс. Девушки говорят, что надеются остаться здесь работать надолго. Предприятие им хорошо знакомо. Совсем недавно, учась в колледже, они проходили производственную практику. Полугодовая стажировка позволяет юным мастерицам окончательно адаптироваться на рабочем месте.